Капитан, мы установили, что борги за ночь отстроили укрепление. Целью данных укреплений является защита объекта их заинтересованности, того самого, за которым они прибыли в прошлое. Мы провели модуляцию нашего штатного оружия, чтобы его мощность была сопоставима с оружием боргов. Технические характеристики я вышлю вам на 3 года. Вы получили необходимое оружие. До связи. Я правильно понимаю, что вы знаете, можете засесть? Да, мы знаем, где находится эта база, мы уже вычислили это место. Все, весь день, как вы могли заметить, там постоянно ходили люди, которые производили разведку, подготовку на местности. Сейчас мы уже готовы назвать всех добровольцев для того, чтобы начать штурм решительно этой базы и окончательно убрать угрозу борта из данного региона. Там находится оружие, присланное нашим главным инженером, который будет ротным добровольцем, и мы будем группами штурмовать крепость. Сколько вам нужно человек? Все желающие. По крайней мере, мало людей. Много не будет. Да, много не будет. То есть, добровольцы борг... есть? Да! Слава Богу! К оружию! К оружию! Я остаюсь на базе с больными и ранеными, а также с камбузом, который не может шагу ступить, потому что вас надо кормить после победы. Но... Людвиг вас отведет. Да, собственно. Сэр Людвиг? Да.